Мы встречаем на сцене советского и российского певца, композитора и телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Корнелюка! Встречаем! Я просто потрясен. Добрый вечер, здравствуйте. Огромное вам спасибо за эту бурную, долго непрекращающуюся овацию, с которой вы встретили мой выход. Ну что, мы будем танцевать? Сегодня ведь день города. Коммунаровцы! Ох! Не звучать, магнитофон не выключать.
вечер, здравствуйте. Если бы только знали, как мне приятно сегодня встретиться с вами здесь, в вашем замечательном городе, которому исполняется уже аж 30 лет. Мне так приятно, что на свете есть что-то моложе меня, потому что мне в прошлом году исполнилось аж 60 лет. Ужас! Даже не кричите, даже не аплодируйте, потому что я эту дату воспринимал как личную трагедию. Мне казалось, что 60 — это уже все. Это уже кирдык. Вы знаете, как выяснилось, от 59 не отличается вообще ничем. Но главное, я от всей души хочу поздравить вас с 30-летним юбилеем. Все-таки в наше непростое время 30 лет — это немало. И я желаю вам радости, счастья, здоровья, удачи, любви, процветания. Всего вам самого-самого доброго. С юбилеем вас! Будьте счастливы! Вообще, когда юбилей принят, и юбиляру говорить приятные вещи, комплименты, дарить цветы, делать подарки. Когда-то давно-давно, когда мой сын отмечал свой самый первый юбилей в жизни, ему тогда исполнилось 10 лет. Так вот, на этот юбилей ему сделал замечательный подарок. Я ему купил пианино. Когда ему исполнилось 11 лет, ему сделал еще более замечательный подарок. Я это пианино продал. Что могу подарить вам я сегодня, кроме как своих песен? И следующая песенка, которую спою, это грустная осенняя песенка. Она называется «Мало ли». Мальчишки, а вы приглашайте девчонок. Девчонки, приглашайте мальчишек. И мы закружимся в хороводе. Где утром роса, наши глаза и голоса? Где, словно гроза, лето длиною в полчаса? Все и у реки скрыли пески наши шаги. Чаю налей и окно заклей.
натерпелись. Какое это счастье! Если бы вы знали, какое это счастье, что оказывается еще есть на свете люди, которые понимают смысл фразы «и окно заклей». По-моему, с тех пор, как была написана эта песня, выросло целое поколение молодых людей, которые искренне считают, что окна всегда были пластиковыми пакетами. Но ведь так было не всегда. Я помню, в детстве мама заклеивала окна, потому что если этого не сделать осенью, то зимой будет очень весело. Я хотел бы всем вам в этот июньский вечер пожелать оптимизма, потому что без оптимизма в наше время так же тяжело прожить, как, собственно, и без денег. Герой следующей песни, которую он споет, он, безусловно, оптимист. Только его оптимизм граничит с идиотизмом, ибо напоминает оптимизм человека, который падает с 9-го этажа, пролетает мимо 6-го и говорит, пока все идет клево, пока все идет так, как надо. Собственная песенка, она так и называется. «Клево, живу я клево». Песенка целиком и полностью про нашу с вами жизнь. Танцуют! Танцуют! Уси! 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 Клёво, живу я клёво, спроси его, живу я клёво, а что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. Живу я клёво, спроси его, живу я клёво, а что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. А крыша протекла на даче у меня. Осталось без колес, украли два передних и ручной насос. Жена сказала мне, что так устала жить, и с завтрашнего дня перестаем меня кормить. Встав на голову, боюсь, в жизни утри то, как цирки шипит то. Но я считаю, что, но я считаю, что клёво, живу я клёво, спроси его, живу я клёво. А что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. Клёво, живу я клёво, спроси его. Живу я клёво, а что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. Не выдавали мне зарплату целый год, а нынче объявили, что закрылся наш завод. Остался без копья, последние бутылки сдал на рюк соседние. Купил пузырь вина, чтоб горем посластить, я отравился и меня. Умом захоронить не должен я, друзья, до радостного дня. Топите за меня, топуйте за меня, топуйте за меня. Клёво, живу я клёво, спроси его, живу я клёво. А что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. Клёво, живу я клёво, спроси его. Живу я клёво, а что такого? Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда. Девчонки, активнее, активнее, это ваше соло. Это ваше соло. Это ваше соло. Бедрами. А у тебя будет мое слово. Живу я клёво, такого клёво я не встречал никогда.
оптимизма вам всем, только не такого, как у героя только что прозвучавшей песни. Слушайте, у вас город совсем молодой. А мне просто интересно, а среди вас есть люди, которые жили в эпоху исторического материализма? Да. Тогда вы, наверное, должны помнить, в 80-е годы была очень популярна шутка, по-моему, ее автор Жванецкий, она звучала так: «Я снова хочу в Париж». А то, что там уже был? Нет, я уже один раз хотел. Так вот, когда я впервые оказался в этом удивительном городе и ходил по его бульварам и мостовым, вот эта шутка почему-то все время звучала у меня в ушах. Но, естественно, помимо памятников архитектуры, в Париже меня очень живо интересовали парижанки. Должен вам сказать по секрету, что парижанки стесняются. Как ни странно, они стесняются, правда, стесняются они всего лишь 4 раза в жизни. Первый раз они стесняются, когда впервые занимаются любовью. Второй раз стесняются, когда впервые изменяют мужу. Третий раз стесняются, когда впервые берут за это деньги. А четвертый раз стесняются, когда сами впервые платят за любовь. В отличие от женщин, мужчины в Париже стесняются всего лишь 2 раза. Первый раз они стесняются, когда не могут 2-й раз. А 2-й раз стесняются, когда не могут 1-й. Париж и мужчины, единственное, что их различает, то что Париж, он всегда Париж. А мужики... Поддержим! Вот! Вот! Сам не один и тот же сон. Снова я в Париже, снова я влюблён. Солнцем из-за крыш встретил нас Париж. Вдруг лежу, и у кафе стоит. Я французский в детстве изучал и ушил, как нужно разговор начать. Я тебе скажу, а потом, быть может, провожу. Слегка.
побежали. Ух. Вы знаете, после того, как мне стукнуло 60, я для себя понял одну очень простую, но, как мне кажется, очень важную вещь. Я все-таки законченный бабник. Да. Несмотря на то, что вокруг так много хороших мужиков, мне все равно больше нравятся женщины. А в нашей профессии это редкость. Я просто вспоминаю себя, когда мне было 20 с небольшим. Мне тогда из 1000 женщин нравилась одна. Ну, максимум две. Теперь мне нравятся все. И я не знаю, как к этому относиться. Может быть, это и есть та самая мудрость, которая, говорят, иногда посещает некоторых мужиков с возрастом. Некоторых, подчеркиваю, не знаю. «О, женщина, коварство тебе имя», — сказал великий Шекспир. Великий Кант на вопрос, которые женщин более склонны к верности, блондинки или брюнетки, не задумываясь, ответил: «Седые». Боже, как быстро летит время. Я как-то недавно вновь повстречал свою самую первую любовь. Говорят, время лучший врач, но, к сожалению, оно очень плохой косметолог. А тогда, боже мой, тогда, как мы были молоды. Как она была красива. Вообще приходит время, когда женщина должна быть красивой для того, чтобы быть любимой. Но потом рано или поздно наступает время, когда женщина должна быть любимой для того, чтобы быть красивой. Ты потеряла 5 ключей. И открывала двери в этот дом. Твоим ключом. Я помню все до мелочи. Ты мне варила кофе по утрам. Теперь я сам. Когда захочешь, возвращайся, я без тебя устал. Ты уезжала на такси, я почему-то не остановил, не проводил. Я был уверен, ты прости, что среди ночи в темноту и дождь, ты не уйдешь. Я виноват перед тобой, где ты теперь и что с тобой. Возвращайся холодным утром. Возвращайся, трамваи идут нам, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся, и оставайся, возвращайся, в тумане ночи, возвращайся, когда закончишь, возвращайся, я без тебя устал. Я виноват перед тобой.
Я без тебя. Красивые у вас девчонки в коммунале. Спасибо большое, спасибо. Как-то так вышло в моей жизни, что последние годы я очень много работаю в кино. Сказать, что очень много работаю в кино, это не сказать ничего, потому что последних лет, наверное, 20-25. Я живу без отпусков и даже практически без выходных, потому что не успеваю закончить музыку к одной картине. Меня приглашают на следующую, эта карусель катится и катится. И сейчас я с удовольствием хочу спеть для вас песенку, которую я тоже когда-то написал для фильма с таким страшным, пугающим названием «Бандитский Петербург». И называется эта песенка «Город, которого нет». Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там для меня парит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне дано последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Кто ответит мне, что судьбой дано? Об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город. Yeah.
аплодисменты! Для вас спел заслуженный деятель искусств. Не все еще? Уходим. Отползаем. Я не понял, что это было. Я хочу воспользоваться случаем с тем, чтобы рассказать вам одну очень грустную-грустную историю. Эта история не только очень грустная, она еще очень новая, как все вечное. Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. Я про нее и часто, и наконец. Я не понял, вы же знаете эту грустную историю? Слушайте, а давайте споем все вместе, а? Чё один-то как дурак пою, а? Пусть это будет большой сводный хор коммунара, а? Договорились? Дожди, дожди, подожди.
Позвольте. Поскольку следующую песенку я не пел ни разу с 1905 года, мне будет очень приятно, если вы мне тоже поможете. Разговор в трамвае. Ваш билет, мой билет. Ваш билет, мой билет. Покажите ваш билет. Купи и смотри. Танцуют! Танцуют! Сразу голос чужой, вежливо вечно прозвучал. Предъявите билет, что вам сказать в ответ? Опять о чем еще мне мечтать? Видеть лебедей передо мной, что того, как во сне трамвая крыл времени. Сел я и услышал за спиной: помогайте, предъявите. И самовыражайтесь, Интересно, возьмут меня в Мариинку на старости лет? Спасибо за теплый прием, за аплодисменты, за пение, за танцы, за горящие глаза.
Ваши аплодисменты, заслуженный деятель искусств. И, российской. И за таких девчонок красивых. Федерации. И за улыбки. Игорь Евгеньевич, у нас их много, приезжайте. Почаще. Вывела дочку, а поцеловала маму, интересно. Игорь Гаврилюк! Я хочу... Сейчас, минуточку. Знаете, дорогие друзья, еще раз вас поздравляю с юбилеем. Я хочу пожелать всем вам, чтобы вы никогда с тревогой не думали о завтрашнем дне. Чтобы вы сами, ваши родные, ваши близкие, всегда были бы обуты, одеты, сыты и здоровы. А еще я хочу пожелать вам, внимание, много-много денежков. Это хорошо, и да? И чтоб на эти денежки вы себе смогли купить все, что не захотите. Но самое главное вам желаю. Я вам желаю, чтобы вам всегда, подчеркиваю, всегда оставалось чего хотеть. Потому что, поверьте мне, в жизни ведь главное не иметь. Самое главное в жизни – это хотеть. Мне кажется, когда человек ничего не хочет, это страшнее болезни и страшнее одиночества. И наоборот, стоит сильно-сильно захотеть. Только сильно-сильно, и ваша жизнь сама по себе, как по мановению волшебной палочки, начнет меняться. Спасибо. А еще, знаете, мне кажется, что старость приходит не тогда, когда человек уже не может. А старость неожиданно является аккурат в тот день. А часто это бывает совсем в молодом возрасте. В тот день, когда человек просто перестает хотеть. Ибо пока человек хочет, он живет. Будьте счастливы! С юбилеем!